Халю и добро пожаловать. Меня зовут Свен Фрики. Я очень рад, что ты сегодня опять с нами в этом маленькой библейской серии «Почему я не боюсь?». Слово, которое я хочу вместе с вами сегодня рассмотреть, будет в этот раз из Евангелия от Матфея. И мы находим эти стихи, которые мы хотим вместе рассмотреть, в 6 главе, с 25 стиха. Я хочу прочитать. Здесь Господь Иисус Христос говорит Своим ученикам. Он разговаривает со Своими учениками, и Он дает им утверждение. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правду Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Что за утверждение? В прошлый раз мы также рассматривали такую же тему – заботы. И в прошлый раз мы выяснили, что Бог к нам говорит, чтобы мы абсолютно ни о чем не заботились. И именно такое же сейчас Бог говорит нам через Иисуса Христа. Иисус Христос говорит здесь, «Не заботьтесь о вашей жизни, не заботьтесь о вашей жизни». О том, что вам кушать, о том, что вам пить, или что вам одевать на ваше тело, не является ли это картиной для нашего времени? Не находимся ли мы именно в таком времени, когда мы именно об этих вещах имеем такие большие заботы? Я всегда говорю, что Библия – это самая актуальная книга во всем мире, из всей литературы, которая существует. И здесь говорит нам Господь Иисус Христос, не заботьтесь о своей жизни. И также сейчас, в это время короны, во времена, когда финансовые системы и системы здравоохранения ломаются, падают, рушатся, Иисус Христос говорит, не заботьтесь ни о чем. Не заботьтесь о вашей жизни, что есть, что пить, о вашем теле, что вам одевать. И потом Господь Иисус говорит, чтобы вам не заботиться, посмотрите туда, там, где птицы живут. Посмотрите на птиц небесных. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их.
Я лично никогда еще не видел птичку, которая имела у себя какой-то мешочек с зернышками под своими крыльями или в своем клюве, и когда она перелетала какое-то поле, она сеяла. Этого не делают птицы, они не сеют, не жнут, и к тому же Отец ваш Небесный питает их. Это говорит Иисус Христос. Именно это говорит Иисус Христос. Он говорит, что они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, как это делают люди. И ваш Отец Небесный питает их. Разве вы не намного больше, чем эти птицы? Я нахожу это слово особенно огромным. Говорит, Отец ваш Небесный питает их. Это означает Бог Всемогущий, Всезнающий, Вездесущий Бог, полный любви Бог и Отец на небесах, имеет такое милосердие к своему творению, что даже эта маленькая птичка, я не знаю, сколько их, этих птичек, миллиарды, неисчислимое количество. Он заботится о каждой такой птичке, и Он питает их всех. И потом Господь говорит, Иисус Христос говорит, «Разве вы не больше, чем они?» Этот вопрос немножко риторический. Конечно, мы имеем ответ. Конечно же, мы намного ценнее, мы являемся Божьим творением. Птички тоже, но мы люди, мы творение Его рук. Он нас приготовил, сотворил в утробе нашей матери, кости, почки сотворил. Мы творение Его рук. Он любит нас, людей. Он любит этих птичек, Он любит этих маленьких птичек, и поэтому Он их питает. Но если Он их любит, то насколько больше Он любит нас, людей, так как мы являемся творением Его рук. И здесь Господь Иисус говорит, «Разве вы не больше, чем они?» Другими словами, если Бог питает этих птиц, разве Он не будет и вас питать? Разве Он не будет о вас заботиться? Ответ, конечно же, Он будет это делать. Он будет о нас заботиться, и Он заботится о нас. Да. И тогда Господь говорит, «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?» Мы должны действительно себя спросить, что принесут нам наши заботы. Кроме сердечной комы, заботы ничего нам другого не принесут. И Иисус говорит, через заботы ни один человек на этой земле не может продлить свою жизнь хотя бы на секунду. Заботы ничего не приносят. «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?» То есть продлить жизнь. И он говорит, «И об одежде что заботитесь?» И он вновь направляет наш взгляд на свое творение. Он говорил относительно птиц, что они не сеют, не жнут, и Бог заботится о них, питает их. И теперь Бог говорит относительно нашей одежды и опять направляет наш взгляд на творение. Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Они не делают никакой одежды. «Но говорю вам, — говорит Иисус, — что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них». Может быть, не все мы знаем Соломона. Я хочу немножко сказать об этом. Соломон был царем в Старом Завете, царь, который описан в Библии, его слава, его влияние, его величие было просто огромным, что другие царицы и цари из других стран приходили, чтобы увидеть, такой ли Соломон, что они о нем слышали.
думали, так величественно, так прекрасно, так влиятельно, такие цари не могут существовать на земле. Они пришли посмотреть это своими глазами. Иисус показывает нам именно этого царя, который был одет в величие и славу, великолепие. И Иисус говорит, говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них, из этих лилий, которые цветут на поле. И далее Иисус говорит, если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас маловеры. Эти лилии на поле, они растут. Посмотрите, в середине дня они стоят великолепие, а потом приходит солнце и сжигает их, и их уже нету. И Иисус говорит, если эту траву Бог так одевает, и которая будет брошена в печь, насколько более вас, маловеры. Лилия на поле, она приходящая, большой ветер, и ее нету. И однако же лилия намного красивее и одета и сотворена Бога, чем когда-либо одевался Соломон в своей славе и величии. Бог хочет нам этим сказать, если Он так много внимания уделяет этим полевым цветам, разве не будет Он заботиться о нас, обращать внимание на нас? И теперь честно, разве мы не находимся в такое время, в Германии, где процветают суперзвезды, модели и весь прочий мусор, как это все называется, где наши глаза направлены только на этих таланты, выглядеть хорошо, вся эта внешность, которая так приходящая. Постоянно везде наши глаза направлены только на внешнее, то, что абсолютно приходящее и не имеет никакой цены. Везде наши глаза направлены на вещи и не имеют никакой цены. Сегодня они есть, а завтра исчезли. Но не так со Словом Божьим и самим Богом. Бог говорит, смотри, Бог одевает вас, Бог заботится о вас, Бог всегда с тобой, Он питает тебя, Он тебе дает то, что остается. Кто одет Богом, тот воистину одет, и эта одежда никогда не придет. Одет в беззаботность, одет страхом Божьим, одет в смелость. Это вещи, которые остаются, одет в веру Божью. Кто одет от Бога и двигается в уповании на Бога, имеет что-то постоянное. Это не приходящие. Мы видим сегодня топ-модели, и они завтра исчезают. То, что Бог нам дает, и то, что Бог для нас имеет, оно то, что остается, то, что пребывает всегда. Посему 31 стих говорит, «Не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Так как мы от Бога имеем вечное существование, нам не нужно заботиться, потому что это мы получаем от Того, Который является вечным». И Он говорит, «Всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Смотрите, ищут всего этого. Бог обращает внимание на язычников, на безбожных людей, о людях, которые не знают Бога, и поэтому они находятся в страхе, в проблемах, в сложностях. Но те, которые знают Бога, каждый, который узнал верность Божью, каждый, кто познакомился с Богом, который не изменяется, который в Иисусе Христе открылся людям, каждый, кто с Ним познакомился, вкусил, как Он благ, кто Его чувствовал, вкусите, как благ Господь. Каждый, кто это познал, тот точно знает, что Бог заботится обо мне. Мне не нужно больше заботиться обо мне. И в 32 стихе Иисус говорит, «Отец Небесный знает, что вы имеете нужду». Он знает, в чем мы имеем нужду. Я сам имею 4 детей. Я знаю, в чем нуждаются мои дети. Мои дети не должны ко мне подходить и говорить, у меня недостаток в этом, в этом, в этом.
у меня нет того или другого, и я тогда испуганный говорю: «Вау, мне даже не пришло это в голову, что ты умираешь с голоду. Ну вот, возьми, кушай, бери, кушай». Но так это не проходит. Это не так. Если у нас людей не так, если мы знаем, что наши отцы, земные отцы, заботятся о нас, насколько более Небесный Отец. И Он говорит: «Отец ваш Небесный знает, что вы имеете во всем этом нужду». И поэтому Он говорит, 33 стих: «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится к вам». Иисус Христос направляет наш взгляд опять с этого места, которое вокруг нас, от этих забот, Он направляет нас на Царствие Божие. Царство Божие, где Иисус Христос устанавливает свое Царство, где Сам Царь Иисус Христос царствует над всеми царями. И это непоколебимо. Это непоколебимое царство. Это не такое царство, которое здесь, на этой земле, которое приходящее. Его царство, оно непоколебимо с Богом, который является царем всех царей. Иисус говорит, и Иисус должен быть нашей заботой, чтобы мы были гражданами Царства Небесного в Его суверенном правлении, питаемые от Бога, находящиеся под Божьей защитой в Его Царстве, чтобы мы были гражданами Его Царства. И Он говорит здесь, прежде всего, ищите Царствие Божие и Его праведности. И здесь Иисус говорит, все другое, о чем мы заботимся, что мы не должны делать, но все другое приложится к нам. Это не так, что Иисус говорит, все другое, это мы потом обработаем, потом позаботимся об этом. Иисус говорит, нет. Если наш взгляд направлен на Иисуса Христа, и Бог является нашим Господом, Иисус Христос является наш Господь, наше спасение, наш Спаситель, все другое к нам приложится. В другом месте Слово Божие говорит, «Своим дарует Он сон» или «Возлюбленному Своему дарует Он сон». Потрясающе. И поэтому Иисус говорит в последнем стихе, «Итак, так как эти вещи так определены, так как Бог неизменно верен, поэтому не заботьтесь о завтрашнем дне». В заключение я хочу сказать следующее. Мы рассматривали теперь, что Бог абсолютно верен, и Он заботится о нас. Он заботится о нас и дает нам все необходимое для жизни. Но я хочу направить наш взгляд, направить туда, где мы можем увидеть Божью наивысшую заботу о нас. Так далеко, где наша земная жизнь приходит к концу. Бог здесь постоянно описывается как заботливый отец, который постоянно дает детям, в чем они нуждаются. Да, мы можем узнать его заботу в том, что он нам постоянно дает все необходимое. Но я нахожу, что его милость, его любовь, его забота о нас мы можем полноценно принять, если мы посмотрим на определенное место, и это место называется крест на Голгофе. Мы люди, мы все совратились, я уже это говорил последний раз или предпоследний раз, когда мы рассматривали Псалом 90, я об этом говорил. Люди совратились. Бог говорит, мы как овцы без пастыря, все совратились. Мы все удалились от Бога, мы все согрешили против Него. Мы все нарушили Его уставы, Его заповеди. И Он говорит, что мы должны Его любить всеми силами, всем разумом, но мы это не сделали. Он говорит, мы не должны иметь никаких других богов, но мы имеем слева и справа разных богов, башков, так как наше состояние, наши машины, все это наши боги. Мы не соблюдали Его слово. И таким образом мы отошли от Него, и мы это пожали. То, что мы заслуживаем. Смерть, проклятие и погибель. Один взгляд на этот мир, мы видим, что это так. Но я хочу направить наш взгляд, чтобы мы узнали, сколько заботы и милости Бог имеет о нас. Он
нашел нас в таком состоянии, смерть. Мы были приговорены к погибели, но Он начал нас спасать. Как Он это сделал? Он пришел в этот мир в Иисусе Христе. Через Иисуса Христа, в Иисусе Христе Он открылся людям. Он показал нам Отца. В Иисусе Христе Он открыл Себя человеком. Иисус показал Отца. Иисус Христос, единственный как человек здесь на земле, в человеческом обличии, открыл нам Отца. Иисус Христос исполнил все заповеди Божии и ни разу не согрешил. Этим самым Иисус Христос вошел в зал суда, где мы сидели на скамье подсудимым, так как мы согрешили против Бога. И когда был приговор против нас, «Ты виноват по всем пунктам», Иисус стоял или пришел в зал суда, встал около нас. И когда был приговор, что мы виноваты, Иисус Христос поднял свою руку и сказал, «Отец, я беру их грехи на Себя». И тогда Иисус Христос с нашими грехами был приговорен из-за наших грехов. Он был приговорен, и Он умер за наши грехи, так как написано, что возмездие за грех — смерть. Иисус Христос вкусил вместо нас смерть. Он был оставлен на убиение. И Слово Божие говорит, что Он был погребен, Он умер, потом был погребен, и потом нечто произошло. Смерть не имела власти удержать Иисуса Христа. Да, смерть имела право удержать все, что грешное, но Иисус Христос никогда не согрешил. Он взял наши грехи на Себя, Сам невинный, и пошел в смерть за наши грехи, и поэтому смерть не могла Его удержать, и поэтому Он должен был воскреснуть, и Он воскрес на третий день. Итак, наивысшая забота, милость, благодать Божия видна в Иисусе Христе, в кресте Иисуса Христа, на Голгофе. Когда Иисус Христос это совершил, когда Он пошел за нас на смерть, Он вкусил смерть, которую заслужили мы, чтобы нас освободить. Там, на кресте, произошла замена. Бог Своего единственного Сына, Иисуса Христа, послал на смерть из-за наших грехов. Он отдал Иисуса Христа, Своего Сына, как Агнца Божьего за наши грехи, чтобы нас выкупить из нашей вины. И если мы в вере держимся за Иисуса Христа, если мы верим в то, что Иисус умер за наши грехи, страдал за наши грехи, если мы верим, что Он пролил Свою кровь за наши грехи, если Он взял на Себя всю нашу вину и за нас вкусил смерть, если мы в это верим, веру в кровь Иисуса Христа, тогда мы становимся перед Богом праведными. Бог говорит, верь в заместительную жертву Иисуса Христа, которая произошла на Голгофе. Если ты веришь в это, и если ты к Нему обращаешься, и Ему исповедуешь твои грехи, и говоришь, «Да, это правда, я согрешил, я отошел от Тебя, Господь Бог, я отделился от Тебя, я смеялся в Твое лицо, я плевал на Тебя, но теперь я возвращаюсь к Тебе, я сожалею, я верю, что Иисус Христос за меня вкусил смерть, что Иисус Христос за меня пошел на смерть, и я привязываю свою жизнь к Нему». И тогда Бог освобождает тебя от вины, Он тебя оправдывает. Потому что, посмотри, Иисус Христос взял твою вину на Себя. И это совершенное, окончательное доказательство любви Божьей, любви Отца. Если Он Своего Единородного Сына отдал за наши грехи на смерть, разве Он не позаботится об остальном, о том, в чем мы нуждаемся каждый день? Ответ – да, Он это будет делать. Он, который не пощадил Своего Единородного Сына,
Он через Сына Своего Иисуса Христа подарит нам все. Я хочу тебя ободрить и сегодня. Не заботься ни о чем. Или я должен сказать, не заботься ни о чем, кроме одного. Кроме того, что ты познакомишься с Иисусом Христом. Что ты действительно Иисуса Христа примешь как Спасителя, как своего Бога. Я хочу тебя пригласить, прилепись к Иисусу Христу, прилепись со всем, что у тебя есть, к Иисусу Христу. И спасись, позволь тебя спасти. И в Иисусе Христе ты должен унаследовать, ты должен принять то, что Он записал в этой книге. Тебе не нужно больше ни о чем заботиться, потому что Он несет тебя на своих руках. Я хочу тебя пригласить в вере и уповании прилепиться к Иисусу Христу.